Как? Я сейчас покажу, как делать кран. Campfire Cooking Кран. Короче, такое устройство, которое позволяет удобно кипятить воду или готовить пищу на огне. Что первое, что понадобится, это найти такого плана ветку, выпилить. В идеале, если с одной стороны будет вот такая рогулька. Вот, ну можно, чтобы было и без рогулек. И затем нужны будут вот такие вот еще рогаточки, и веревка, и нож. Так, следующий этап. Нужно сделать вот такой кол, на котором будет держаться и ходить кран. Я вырубил из ольхи. И вторая часть этой же деревяшки будет как дубина, которую я буду забивать этот грунт. Сейчас сделаю прочно. Теперь мерим рогатину. Все четко. Осталось прицепить к ней рогулину. Так, следующий этап. Подогнали палку. Рогульку под основную палку. Надо подтесать было вот здесь вот таким образом. Сейчас я ее привяжу. Так, ну вот рогатка закреплена. Важный нюанс — закрепить с двух сторон, чтобы то место, где верхняя палка взаимодействует с вбитым колышком, здесь не было веревки, а то она будет перетираться. Так, теперь финальный этап. Нужно зачистить вот эту часть от коры, чтобы в еду не сыпался мусор. И сделать засечки, чтобы котелок не соскакивал. Так, ну вот я закончил. Так вот это должно выглядеть. Чтобы иметь возможность перемещать. Так вот, буду сейчас кипятить воду. Когда закипит, просто подбегаем. Вот здесь кипяченая водичка. Версия 2.0.